Женщина во время беременности сделала фитнес-зеркало и спустя 4 года продала свой бизнес за $500 миллиона. На дворе 2016 год. Нашу героиню зовут Брайан Путман. И так она была во время беременности, она заметила, что по утрам, ну, у нее тошнота, она не может ходить в фитнес-зал, просто физически не может до него дойти. В этот момент она думала, как решить эту проблему. Так как она в прошлом была еще танцовщицей балета, она вспомнила, она всю жизнь проводила перед зеркалом. И она решила поопрашивать своих прошлых коллег, что, как они вообще бы решали эту проблему. И она поняла, вау, а почему не существует в мире зеркало, к которому крепился бы, внутри был бы экран, и чтобы ты смотрел на зеркало, там же еще фитнес-тренера видел, и так, чтобы дома заниматься. И с этой гениальной идеей зеркало-телевизор она пошла по инвесторам. Она была на 9-м месяце беременности, и все инвестора ей говорили, типа, зачем ты это, технологический бизнес, ну как бы мы тебя в этом не видим. Короче, все ей отказывали. И случилось действительно чудо. В день рождения ее сына, она еще была, кстати, в больнице, она получает свои первые инвестиции, $3 миллиона. И так она запускает производство своей первой партии. И вот уже в 2018 году они запустились. И на следующий год они сделали годовую выручку $150 миллионов. И продукт действительно производил фурор на рынке. Он выглядит необычно, и все таки вау. И спустя еще пару месяцев ей предложили продать компанию за $500 миллиона. И она решила продать компанию, потому что понимала, что с большими деньгами, конечно, компания будет развиваться быстрее. И вот сейчас ее 2 ребенка растут. Бизнес и реальный ребенок. И она говорит о том, что когда она делала выбор, конечно, у нее душа разрывалась. Она говорила, что мне выбрать? Мне выбрать семью, ребенка моего, или мне выбрать бизнес?